чайку, ёпты. Нихера, сколько у него FPS, блин. Сколько? 50. Ну, вообще нормально смотрит, блин. Гомно. Смотри, гомно. Жига. Первым делом надо подсоединить аккумулятор. У меня тут стоит на ближнем и на дальнем ксенон, поэтому мы поставили сюда предохранитель. Все нахуй. Это СССРский мотоцикл, и изначально, чтобы завести, надо подсосать, потому что тут карбюратор, а не инжектор. Вот, ключи пока засунем. Я на своем вообще никогда не подсасывал. А у тебя... У меня тоже карб был. А. Вот, тут такое есть нехитрое устройство, нехитрая кнопочка. Слушаем, короче, когда зажужжит. Короче, все, у меня палец уже в бензине, вот он сырой. И типичная, короче, ситуация для водителя вот таких мотоциклов. Ты всегда, сука, пахнешь бензином. Всегда, блин. Ставим нейтралочку, пробуем завести. Блять, под ногу ударяюсь. Все, вот сейчас пробуем. Опять в говно заехал.